Пункт общественной горячей линии связи с избирателями. Оператор Вячеслав, здравствуйте. Какой у вас вопрос? Получить необходимую информацию о предстоящих выборах просто. В городе началась работа горячей линии связи с избирателями. С 2009 года колл-центр открывается на базе Нотариальной палаты Самарской области. Потому как именно этот институт представляет интересы обеих сторон – государства и гражданина. Те вопросы, которые носят, конечно же, массовый характер, я думаю, что власти будут серьезно относиться к таким запросам избирателей. И в этой связи Виктор Александрович Сойфер направил письмо в администрацию губернатора с просьбой нацелить органы исполнительной власти, муниципалитета, на серьезные отношения к запросам избирателей, поступающим с горячей линии. Главная задача горячей линии – не только обеспечить соблюдение избирательных прав голосующих, но и в некоторых случаях разъяснить их. Чаще всего вопросы, которые интересуют самарский электорат, связаны с уточнением положений закона, особенностей избирательной практики и процедур голосования. За последние 12 лет поступило более 2000 обращений. Жителям региона даются разъяснения и проводятся консультации. Работа горячей линии помогает предотвращать возможные нарушения избирательного законодательства и выборных процедур. Руководители, которые сейчас работают, они должны действовать в том направлении, которое было определено и руководством области. Вот. Это тоже очень важно. Не ниже там, чем замминистра, должны отвечать на обращения, которые поступают с горячей линии. Получить компетентную информацию о проходящих выборах можно, позвонив по номерам, указанным на экране. Горячая линия будет работать до 19 сентября. Связаться с операторами можно с 10 до 18 часов. В дни голосования 17, 18, 19 сентября прием обращений будет осуществляться с 8 до 20 часов. Напомним, общественный штаб наблюдения за выборами в Самарской области начал свою работу в марте этого года. Председателем стала член общественной палаты региона Галина Николаева. Сопредседателями председатель комиссии по вопросам законности и правам человека, взаимодействия с судебными и силовыми органами общественной палаты Виктор Полянский, а также эксперт комиссии Владислав Волков. В состав штаба вошли 16 человек, в том числе и генеральный директор телеканала «Самара ГИС» Елена Кольцун. Мария Илчан, Василий Колдашов. События.